Привет, меня зовут Женя, мне 30 лет, живу в Подмосковье. На тренинг я пришел к Владимиру Шамшурину, предварительно посмотрев его работу по интернету. Владимир мне сразу понравился, как человек, который очень профессионально относится к своему делу и с полной отдачей своих сил и энергии. Цель, по которой я пришел к Владимиру, была не столько, чтобы подходить там к девушке, там знакомиться, а я, как человек, который занимается серьезными вещами в жизни, привык смотреть на вещи более глубоко. И основная цель была – это преодоление своих внутренних страхов, расширение своей зоны комфорта. И могу сказать, что с этой задачей совместно с Владимиром мы совместно справились. Во-первых, ушел страх, который он так или иначе есть у каждого мужчины, потому что в процессе своей жизни общество там накладывает определенные рамки на человека. А благодаря тренингу все эти рамки отошли очень далеко. Самое сложное для меня было – это сделать первый шаг при подходе к девушке. А, еще более того, возвращаясь назад, скажу, что, на мой взгляд, я считаю, что самое лучшее, если человек решил преодолеть свои страхи, там, внутренние какие-то дискомфорт, это именно общение с женщинами, потому что обычно к женщинам, мужчине подходить тяжелее всего. И вот этот вот тренинг, он именно совместил, так сказать, приятное, грубо говоря, с полезным. Это и преодоление страхов, первое. И второе – это знакомство с женщинами. Как я уже сказал, самое трудное было – это сделать первый шаг. Я этот вопрос решил с Владимиром, причем решил на очень таком высоком уровне. И сейчас без проблем могу это сделать этот шаг и в любой момент, в любом состоянии. Я считаю, что это основная победа, которая была у меня на этом тренинге. Потому что, когда делаешь первый шаг, уже все идет автоматически потом. Как бы уже все само, все сам, как бы все идет по течению. То есть ты сделал, грубо говоря, это 50%, там, может даже 60% успеха. И не важно, какой будет результат. Он может быть как положительный, но как отрицательный. Главное, ты этот шаг сделал. А какой результат, это уже не важно. Главное – опыт, который ты получаешь после того, как этот шаг сделаешь. А опыт, самое худшее – это и отсутствие опыта, а не хороший он или плохой. Опыт, он, как известно, всегда играет свою положительную роль. Этот тренинг я бы рекомендовал абсолютно всем молодым людям, которые смотрят как бы вперед, не останавливаются в своем развитии и которые хотят кем-то стать по жизни, потому что преодоление своих страхов, я считаю, это залог успеха будущего человека, как он в дальнейшем себя будет проявлять, в каких ситуациях. Но и еще хочу сказать, что к этому тренингу надо относиться максимально серьезно, с полной отдачей сил и беспрекословно выполнять все рекомендации и все, что говорит тебе тренер. Это самое основное. То, что если не делаешь то, что говорят, то результат может быть очень печальным. Это ключевой момент. Вот, в принципе, все, что я хотел сказать. Желаю тебе удачи и приходи на тренинг к Владимиру Шамшурину.